Больше теория, чем практики. Пишем, да. Друзья мои, первое видео нашей серии упражнений для акселя. Первый день. И начинаем с основы основ. Основа основ – это заход и переход на аксель. Непосредственно, когда мы заходим на аксель, нам необходимо отрабатывать наш темп. Я рекомендую научиться делать подтяжку перед прыжком. Во время этой подтяжки мы уже задаем себе определенное скручивающее движение корпуса, в котором мы будем впоследствии переводить в доворот корпуса при переходе с правой ножки на левую. Соответственно, делаем подтяжечку над правой ножкой. Обратите внимание, да, я не через шестую позицию делаю, у меня правая ножка немножко перед собой находится в данном положении. Да. Скручиваем плечики в сторону круга. Отсюда уже начинаем делать отмашку на переход на нашу левую ножку. Обязательно важный момент, чтобы вы научились отчитывать себе уже темп. Соответственно, здесь мы делаем замах, это идет и, далее идет раз, два, три. Соответственно, приучайте себя уже правильно считать темпику. Сделали оттяжечку и, ножки, обратите внимание, у меня стоит правая ножка немножко впереди, левая ножка чуть сзади. Далее делаем замах ручками перед собой, прямо вот в крестик, обратите внимание, да? Я конкретно складываю ручки перед собой, чтобы не было перехода с открытыми руками. Старайтесь именно на замахе прямо сделать ручки, собрать в крестик и только после этого пойти переход. Теперь непосредственно о самом переходе. Очень многие спортсмены допускают ошибку, когда делают переход с правой ножки на левую по прямой практически через кораблик и встают на два ребра. В данном случае у нас левая ножка уедет в круг, корпус продолжит движение прямо и мы получим вывал из круга. Поэтому очень важно, чтобы вы переходили птичкой как бы через четвертую позицию. Обратите внимание, я на замахе, вот когда я собираю ручки, да, на замахе, у меня левая ножка идет на кудепье за себя. Отсюда я смогу накатить нормально из круга и лечь на дугу. Нам необходимо лежать на дуге. Для того, чтобы было понимание, как вы стоите на левой ножке, да, вам необходимо получиться просто покататься по кругу с положением плечей на круг, чтобы у вас было не два плеча вперед, а конкретно плечики, лопаточки лежали у нас на кругу. Я специально сейчас стою по синей линии. И вы обратите внимание, что у меня обе лопаточки сейчас смотрят в круг. Спина смотрит в круг. И они стоят двумя плечиками вперед. Вот наше положение. Толкнулись, поехали. Вот наше положение под аксель. Наш замах. Хорошо? Давайте теперь собираем это вместе. Замах, не замах, подтяжка. Подтяжка и отсюда. Раз, два. Хорошо? Обратите внимание, да, за счет этого я сразу же стою на нормальную дугу. Переход делаю, особенно если вы работаете, как и я, по синему кругу, переход я делаю из круга на борт. Не в круг, чтобы нога уехала туда, а конкретно из круга, чтобы я мог лечь на дугу. Замах, переход из круга. В таком случае я смогу лечь. Хорошо, друзья мои, сейчас мы пойдем с вами дальше. И буквально завтра, послезавтра вы увидите со мной видео, как мы начинаем работать над доворотом нашего корпуса.